Есть с вами Шмики, и как бы это было ни странно, мы возвращаемся в Borderlands 2, чтобы завершить полностью данную игру в плане того, что давно, еще в том году, вышло новое дополнение перед выходом третьей части Borderlands. То есть да, они решили вернуться к игре данной серии, поэтому у нас, понятное дело, что сохранений нету. Но DLC есть, но мне нужно как-то его пройти, поэтому я уже скачал готовый Borderlands, где вот мы уже можем создать персонажа 30 уровня, где основные миссии все выполнены. Кроме, конечно, финальной, мы играли с вами за спецназа и будем играть за спецназа. Это создать нового персонажа 30 уровня со всеми пройденными сюжетными миссиями, кроме финальной миссии Borderlands 2. Игра начнется так. Игра начнется в начале дополнения «Командир Лилит» и «Битва за убежище». Это как раз вот новое дополнение, которое вышло. Вы уверены, что хотите продолжить? Да, я уверен, что я хочу продолжить, и мы с вами начнем. Посмотрим, что вообще из себя представляет данное дополнение, насколько оно будет большое. И... Так, доступен золотой ключ. Золотой ключ – одна штука. Золотой ключом можно отпереть таинственный сундук с барахлищем в убежище. Чем выше ваш уровень, тем лучше будет добыча. Так, впереди спойлеры. Предупреждение. История этого дополнения разворачивается после событий второй Borderlands. Поэтому настоятельно рекомендуем завершить Borderlands 2, прежде чем продолжать, чтобы избежать спойлеров. Если вы хотите сначала выполнить другой контент, вы можете использовать ближайшую станцию быстрого перемещения, вернуться и пройдите через дверь, как только вы будете готовы начать. Я смотрю, чувствительность здесь у меня убойная просто. Поэтому сейчас я немного пошаманю с чувствительность мышки. Ай, класс. Неужто тут снайперки нету? Кайф. Давайте посмотрим, что... Не открыто. Полученный доступ. Давайте, получен доступ. Благодарим вас за приобретение коллекционного издания. Вы получаете доступ к новому. Да. Есть у нас снайперка. Слушайте, нормально. Только мне кажется, скорострельное дерьмо. Ну, ладно. Так, тебя заменяем. Так, нормально. Модификации, конечно, вообще не куплены никакие. Так, способности. Вот хорошо, что здесь способности вообще не прокачаны. Я даже не помню, ребята, что мы с вами прокачивали, вот честно. Нужно было посмотреть перед этим. Урон при стрельбе, я помню, у нас был прокачан. Не ближним боем. А здесь мы прокачивали до второй турели, и у нас турелька была в щите. Урон перезарядки. Давайте я хотя бы до щита вкачаю здесь. Время борьбы за жизнь, повышается урон при стрельбе. Уменьшает скорость перезарядки и уменьшает задержку подзарядки щита эффективного ТТ. Здоровье, чем ниже уровень здоровья, тем... Так, я помню, что до сюда я точно это прокачал. До щита. А здесь у нас было вкачано вот это. Скорострельность была вкачана, это я точно помню. Уменьшение отдачи, урон от гранат, урон от РПГ. Урон от стрельбы, вот это еще помню, тоже было улучшено. Точно стрельбит турели. Скорость подзарядки щита, задержка подзарядки. Ой, блин, нафиг, что вспомнишь на самом деле, что у меня уже было вкачано, что нет. Вот активный навык у меня был тоже вкачан. Ой-ой-ой. Штурмовые винтовки.
Скорость... Так, смена оружия. Навык убийства уничтожения врага. Вы значит хотите немедленно повышать характеристику, уменьшаем дачи. Уменьшение отдачи, урон от гранаты, урон от РБГМ. Пока действует, да. Ладно, прокачаем более-менее то, что у нас было. Здесь понятно, что вообще ни хера. Да-да-да, новый облик. Но столько имбовых пушек было, ёлки-палки. Так, убежище. Это борда. Битва за убежище. Это мы сейчас здесь. Ну, поехали. Привет, старина. Давненько не виделись, да? Тебе же интересно, что стало с нашим искательным хранилищем? Позволь мне рассказать одну историю. После смерти красавчика Джека и краха Гипериона, на Пандоре воцарило долгожданный мир. Исполнив свой долг, алые налетчики устроили взоры к звездам. Ты ведь помнишь ключ от хранилища, где была карта с такими причудливыми голограммами? Искатели так верили, что она приведет их к хранилищу по всей галактике. Увы, заглядывая далеко вперед, мы часто забываем смотреть по сторонам. Я не помню, почему мы еще покинули Пандору. Ни на йоту не следили в поиске хранилища. Эта карта выжила научное открытие за всю историю человечества. И Мордекай использовал ее как подставку. Да какая разница, мы даже не знаем, где эти планеты. Не люблю летать вслепую. Убежище содержится на соплях и в честном слове. И так еле парит и в воздухе, не говоря уже о том, что покинут планету. Так нам надо чего-то сделать, хотя молча распустить. Несколько раз Джека нет, Пандоры мы больше не нужны. Нам нужен лидер. Она этого не хочет, чувак. И нам ли ее винить? Бывает принять решение, а люди ничего так страдают, а люди от него страдают. Не думаю, выбор все равно выбор. Итак, у нас нет плана, нет исправного корабля, ни лидера, а на ключе от хранилища газировка. Лил, нам нужно решение. Что ты думаешь? Элли? Эти они наши двигатели, Лил. Это Лилит. Убежище атаковано. Всем мирным жителям немедленно покинуть все. Алые налетчики, ко мне! Так, мне кажется, нужно еще немножечко... чувствительность немножечко. Вот так. Так, приближим маршрут точкой для того... Ну, это было все. Противник вашего... Так, разная сила. Наведя прицел на врага, вы увидите уровень противника. Эти противники намного сильнее тебя. За них ты получишь больше опыта, но и убить их куда труднее. И вот еще что. Если увидишь врага, у которого рядом с именем изображен чёрт... ГГ. Ну ладно, пушка более-менее хотя бы хорошая. Так, подожди, подожди, где там кислотное оружие? Нет, все-таки, знаете, хотя они не выше моего уровня. Хотя они и выше моего уровня, но... Ой. You know what to do, Vault Hunter.
Серьезно? Что тут происходит? Так, я понял. Короче, нужно отходить. Надо отходить. Короче, мне просто нужно грохнуть корабль, да? А, нет, отразить нападение. Были бы у меня мои пушки, я бы с этим уже всем разобрался. Да успокойся ты, я так тебя прикрываю. Ты знаешь, оно неудобно. Оно неудобно. Теперь на зомби вообще какие-то тут лазят. Черт, им нужен ключ от хранилища. Лилит, это Бенджи, Джои, слишком много. Это Лилит. Все алые налетчикам отступайте в штаб. Просто скажи мне, где этот сукин сын. Давай. Пора изменить мир. Это чай, газировка. Ну, короче, понял, все же заразилось этой херью, травой. То, что враги выше моего уровня, это плохо. Это очень плохо. Привет. Ты в порядке, убийца? Я вытащил в убежище сколько людей, сколько смогло, но это было. Разбросал алых налетчиков по округе. На нас напали не бандиты, это обученные солдаты. И тот газ. Он превратил людей в чудовищ. Найди нам лагерь, а я пока поищу остальных. Соберем силы и вернем убежище. Окей, ёшки. Хочешь жить? Раскошеливайся. Я хочу жить, но, блин, во-первых, что с этой пушкой? А что? Ну, купить тут ничего такого не... Ну, блин, у меня было там куча-куча всего полезного, черт. А теперь у меня нихера нету. Ну, дожигатель. Ну, блин, мы туда сейчас придем. Ну, давайте я сначала схожу в убежище к нам. В убежище. А для чего? Я хочу сейчас закупить немного улучшений. У меня было 100 с чем-то патронов на снайперку. Блин. Как оно так могло и удалиться все? Задание брать не собираюсь. Добро пожаловать на черный рынок! А! Никому не говори про меня. Ну, у меня было все золотое. Теперь у меня ни хера золотого нету. Ладно, где снайперка? Охренеть! За это кто-то еще и заплатил? И не приходи. Все. Я... А денег у нас сколько? Редий. А у нас денег, кажется, не так уж много. Потратить жетоны.
Скорость атаки. Скорострельность. Урон от гранат, задержка подзарядка, мечи неудачи, емкость щита. Ну ладно, давайте, у меня один золотой ключ, в принципе. Да. Дали фигню мне. Я не знаю, будем как-то выживать пытаться, потому что тут рекомендовано с 35-го по ходу уровня, ну блин, мне не подходит, потому что меня убивает довольно очень быстро, если у меня нету щита. They were trained soldiers. Find us a base camp while I look around for the others. We'll rally the troops and take back sanctuary. У меня были просто миллионы денег. Так, давай сразу. Топор. Это рукопашный. Все, что я могу собрать, нужно собирать. А хотя, что я могу собрать? На снайперку, блин, на оружие тут тоже, блин, ну жаль, что здесь нельзя самому настраивать. Валь, трусы, это подходит трус из РН Золотой Пандоры. Может быть, я уже получил то, что хотел. Ключ у меня, убежище снова. Честно говоря, я надеялся повышить подальше, то есть вас перехитрили. Что с вами стало, алые налетчики? Похоже, без вашего рода вы не лучше, чем столько птичьих раков. Итак, вот что сейчас произойдет. Вы следуйте ей в Пандоры, безусловно. Нет всех планчиков. Well, he's a dickhead. But he's right. Roland never would have let this happen. Так, а вот это вот плоховато. Так, начнем с пистолета. Ладно. Типа так в разбросе, а так... Все равно не понимаю. Все равно не понимаю. Ну, автомат как автомат, но... Тот же момент не автомат. Типа пули очень далекие. А, то есть подожди, ты по-любому стреляешь, да, неровно? А что это за дерьмо с пушкой? Какую игрушку ты предложишь мне сегодня? Очень эффективное средство уничтожать живые цели. Ну только я не знаю почему. А, смертельный град. Да, все понял. На каком расстоянии оно действует? И какого черта он... Ладно. Надо к новым врагам привыкать потихоньку. Такого, конечно, у меня автомата не было, но он такой уж прикольный.
И вы видите, он стреляет как мини-градиками. Типа, если научиться с этой пушки стрелять, довольно прикольная пушка будет. Но с нее на самом деле не так уж легко научиться стрелять. Знаешь, как будто убежище был гордостью горнодобытчиков Флаттердаль. Похоже, оно пришлось вне годность. Надеюсь, вы не будете против кое-какого апгрейда. Так, и быть, скажу это вам. Воздух. Да, они отравили херам весь воздух. А, вот что ты имеешь в виду, воздух. Нихрена себе. Ого, и как вы представляете мне от всего этого отбиваться? Типа про... Автоматическая турель готова к бою! Но я только так могу... А чё вы это, слышите, с автонаводкой играете? Ребят. Блин, ну так, конечно, стрелять. Довольно неудобно. Ау, кто-нибудь? Дядюшка, Дог. Кукочка, куколочка. Лимоночка. О, только не ты. Ты был самым крутым из всех. Так, мне теперь нужно очень много патронов для автомата, потому что автомат теперь будет считаться моим самым активным предметом. Если, конечно, я по пути еще не найду что-то еще более прикольное. Так, давай. Рыщик-трыщик я получаю. Так, подожди, а второй у меня что был? Так, шлак. Пускай шлаковый будет. Это дробовик, да, у меня взрывной? Не знаю, насколько хорош. Так, блин, вот это... Подбор дерьмовых вещей. Это очень плохо. Так как у меня инвентарь только на 12 слотиков, как я понимаю. А у меня было на 20 или на 30 с чем-то. Но я теперь это обосрал, считайте, счетчик. Поэтому нужно быть теперь со всем этим осторожным. Дело. Меньше.
Тихо, успокойся. Да, видно, они стали сильными. Они стали довольно сильными врагами. Если будут враги, которые будут мне сносить просто щит, это будет очень плохо. Познакомьтесь с моей подружкой. С хера ли я сдох? Выдвигаюсь на позицию. А, мне тебя получится теперь просто по кругу, да, водить? А, я теперь понял, почему я начал вздыхать. Что это? Я слышу звуки кровавой резни, и мне не, это не нравится. Это мне нравится. Кто бы это ни был, таинственный бандит, убей, убей этих... Ой, блядь, у меня сейчас что там, враги? Все там мне нарко... А, пускай он болтает, все, не хочу читать. Я буду играть. Я буду пытаться выживать, потому что, блин, ну что за фигня, почему они такие сильные? Где мой весь урон? Вообще-то это нечестно по отношению ко мне. Это нечестно, нечестно сделано по отношению ко мне. Лучше сразу их уничтожать, эти странные ростки. Потому что они сейчас повылазят и все. Одним заданием меньше. Типа я могу стрелять таким способом, но все равно это не такое. But it was stolen from us. Now we're taking it back. Starting with your ship and your key. Now paradise is coming. And if I have to choke the life out of every last person on this planet to get there, then that's what I'm gonna do. Так, а смогу ли я отсюда? Смогу ли я отсюда пробежаться быстро туда и забраться наверх? Вопрос. Всем не трудно. Воу! Ух ты! Ну так получилось. Ну лучше вот так делать, как я делаю, типа бочком стрелять вверх. Иначе потом сложности возникают. Это, походу, потом, да, будет миссия, типа, запустить пулеметики. Ну и... Почему мы не продолжаем?
На и внешность у меня была немножко иначе. Вот такая у меня была. Не помню уже. Да. Это же аппарат модификации внешности. Здесь можно изменить свой облик и сбросить все навыки. Только для чего мне это? Ох, щет. Солнышко, сделай из них фар. А, вот это нужно быть осторожным, если на... так оно идет все. Так, давайте я сюда залезу. Если залезу. Я аж залезу. Походу залезу, но не сюда. Отсюда куда-то. Ну я зачистил, дальше что? Ну? Зачистить лагерь, я это сделал. Давайте изучать, ладно, лагерь. Короче, основной теперь у меня будет автомат огненный. Предупредительные знаки, что будут стрелять, если вы перейдете эту дорогу. Так, ящик с сокровищем. Все. Блин, искатель! Шучу! Ваш новый друг бандит. Так, это мне нужно... Так, короче, дробовик дерьмовый. Так, пистолетик, давайте смотреть, меткость хорошая, есть прицел, у этого тоже есть прицел. Больше боеприпасов, призарядка взрывника гранатам. Угу. Скорострельность маленькая. Урон большой очень. Не хочу, он мне не нравится. Хотя стоять, стоп. Для продажи сойдет, да? Я думаю, для продажи это все сойдет. Только он для цветное. Да, просадки по ФПСу есть. Полегче, полегче. Давай не будем стрелять. Все, у меня, ладно? Меня зовут Вон. Я знаю, что мы вроде как заклятые враги или что-то в этом роде, но... Я не знаю, враг моего зомбового врага, верно, конечно, похоже, Гектор дома, да? Полагаю, нам лучше объединить усилия. Добро пожаловать в мой лагерь, дожигатель, а? Слушай, уроды Гектора могут вернуться в любой момент, нам лучше объединить лагерь. Давайте. Должна выбраться. Так, слушайте, я вот тут сейчас подумал. А это ж как... Вонг, это как раз из которой мы проходили вот то, если вы помните, побочку. Чего? 31 уровень. Но это все равно все на продажу пойдет, на самом деле. Мы знаем, Вонг, твою историю. Мы знаем. Hector shows up and ordered us to give him our moonshot cannons, but we said, hell no, we won't, bro!
And then that didn't work out too well. We tried fighting off Hector's new Pandora soldiers, but we were no match for them. I probably should have armed my clan with more than presentation-grade Hyperion laser pointers. Lesson learned, I guess. Me and the survivors regrouped here. We were getting ready to retake Helios when Hector launched a gas attack and turned everyone but me into Vine Freaks. Now that dude Hector's walking around like he's Mega President King of Pandora or whatever. You know, Pandora's like air or meat or underwear. It's meant to be shared. Мы все равно знаем, как все происходило. Я ж... Ребят, я вот специально ж прошел сначала... От приключений истории Пандоры, да? Borderlands истории. Перед прохождением вот этой DLC-шки. Вы что думаете, я просто так это делал? Нет, нихера. И это делал, потому что я знал, что они между собой как-то... Так, заперто. Блин, мне на самом деле бы магазин, чтобы продать вещи. О, знак. Культ. Это что, псих, который сидит, срет? Так, по-любому здесь есть пасхалки, нужно искать везде все. Ой-ой-ой. Автомат имбовый. Типа вот так он херовый. Так имбовый. Одним заданием меньше. Согласен. На самом деле, в Borderlands меня прикалывает то, что всегда много пасхалок и отсылок на что-либо. Главное это увидеть. Главное это увидеть и заметить. Хорошо, теперь ты можешь перезапустить последний блок. И это старый формат испытает мгновенно, окей. И если кто моего клана вышел, то он прибежит сюда, когда увидит огонь. Они всегда так делают, они... Так, давай посмотрим, что еще здесь есть. Я здесь недалеко магазинчик видел. Вот здесь, да? О, сундук. Ладно, забрали все то, что можно взять. Вот и все. Так, значит, здесь все-таки магазин. А где я только? Он на той стороне. Ты сделал это? Уууу! Что ж, я никогда не думал, что объединюсь с такими грязным вонючими искателями хренища, как ты. Стрельба превращалась во время стрелых хренов в убил мир. Мне бы быстрее уровень опадить. Глава первая, поиск образца. Как дела, убийца? А, все, мы тебя уже пришли. Эй, Лил, да, если не хочешь нравиться на бандита. Стоп, стоп! Мне жажда. Эй, хочешь побегать в моих счастливых? Интересненько. Я телепортирую обратно в убежище и попытаюсь убегать Гектора. Может, еще есть время? Пушки. Sanctuary's flooded with that gas. Tannis, can you, I don't know, whip us up an antidote? Of course. I will first need to discover the nature of these mutations. Send me some plant genitalia. I believe they are called flowers at your reading level.
What she said. Let's get it done. Уже не бывает. Да, сейчас пойдем, подождите. Я всегда готов купить то, что тебе нужно. Мини-напитки. Ну, поехали, или что у нас? А, у нас, в принципе, серия закончилась, ребят. 40 минут. Ну, давайте, я думаю, тогда на этом закончим. Я посмотрю, что можно будет сделать. Может, как-то уровень мы можем повысить. Но я не обещаю то, что я буду перепроходить заново некоторые уровни, некоторые локации. Ну, знаете одно. Мы с вами, если не ошибаюсь, уже играли где-то, где мне пришлось... Жопа как мучиться, но я убивал врагов, да, с повышенным сложностью ихней. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. И да, я вспомнил, это было Borderlands в космосе, там, где мы убивали финального босса еле-еле, блять, как-то. Поэтому всем пока.